Весь июль мы проводим бесплатные тренировки. Это и свежий воздух, парк «Зеленая роща», воскресенье в 12:00. А на пляже «Огонь» — это очень модное место, где собирается вся золотая молодежь. Мы проводим занятия в 12 часов, куда приходят красивые девчонки и молодые подкачанные ребята из нашей команды. И это всегда весело, интересно, здорово. И народ выходит такой потный, уставший, но счастливый. Мне особенно нравится видеть глаза людей, которые хорошо позанимаются. Комсомол мы проводим занятия прямо в холле. И я чувствую себя артистом, как будто, как знаете, вот в некоторых моллах в Москве проходят концерты. И там люди собираются вокруг, на втором этаже, на третьем, на четвертом, и все на тебя смотрят. И я прямо как Мадонна. I've seen fade away. All the good times gone to waste. I'd give anything. Классные ребята, отличные, активные, сильные, молодцы. Спасибо. Хлоп, 5. Не, это очень круто, прям вот, ну, энергетика бешеная. И когда люди еще занимаются, и они начинают себя тоже ощущать такими немножко звездами. И это тоже добавляет эмоций. И в конце тренировки, конечно, хочется там руку пожать, обняться, поблагодарить. И многие подходят просто сфотографироваться там, люди, которые рядом находились. И они приобщаются к этой культуре и понимают, что, блин, а тренироваться-то прикольно. И можно делать это в любом месте и в любое время. И это объединяет людей. Вот, например, парень с девушкой приседания делают, кто быстрее. А потом происходит смена, и там люди уже начинают знакомиться, видеть друг друга. И в следующий раз, а ты придешь на тренировку? Блин, я не могу. Ну приду. И получается, что мы вовлекаем в этот процесс все больше и больше людей. И это особенно радует, что становится больше здоровой молодежи, больше позитивных людей, больше радостных людей. И это убирает барьеры, что ли, комплексы, и мы становимся ближе друг к другу. И когда человек здоров, он добр, и он готов отдавать эту доброту и хорошие эмоции окружающим. И мы делаем мир вокруг себя лучше, чего и вам желаю. Приезжайте, приходите, тренируйтесь вместе с нами, будьте здоровыми, сильными, счастливого вам!